Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить игру «Тень Колосса». Теперь у нас уже 5 теней окружают нашего персонажа, когда он в очередной раз приходит в себя в этом храме, убив очередного колосса. В этот раз мы дрались с огромной птицей. Вернее, в прошлый раз. Что будет в этот раз, покажет только время. По большей части могу сказать, что колоссы, вот, которые нам встречались, только один из них был по-настоящему сложный. Остальные все имели рецепт приготовления, после чего разобраться с ними уже не составляло особого труда, просто там время от времени приходилось много ползать по нему наверх, но порядок действий был уже понятен. Твой следующий враг — это гигант, ползающий под храмом. Он жаждет разрушения. Но он не дурак. Хорошо. Давайте посмотрим. Судя по статуе, он какой-то... какой-то странный. Похож то ли на медведя, то ли на крота какого-то. Похоже на крота, да? Ну, давайте посмотрим, что это за подземный монстр. Так, однократное нажатие. Отлично. И куда же это нам нужно скакать, если он под храмом? В эту ли сторону? Давайте посмотрим, там разберемся. Окей. Что у нас тут? Да. Так, ну куда-то вот сюда, хорошо, скакали. Все-таки вот эти вот масштабы, при том, что мир пустой, он все равно воспринимается очень живым именно из-за масштабности его. Из-за того, что мы деремся исключительно с колоссами. Из-за того, что сеттинг такой. То есть, если бы это была какая-то другая игра, ее можно было бы поругать за то, что этот мир ничем не наполнен практически. Но здесь мы прибыли в заброшенные земли, где умерли, то есть все ее обитатели. Так что все нормально. Здесь, кроме колоссов, в принципе, водятся только мелкие звери. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Именно в этом плане она сделана очень хорошо. Так, мы в какую-то аллею прискакали. Здесь, надо сказать, темно, и поэтому мы подсветить сможем с большим трудом. Во время предыдущей битвы, надо сказать, что подсветить мы, по сути, вообще практически не могли. Приходилось изгаляться там. Нелетающие твари. Да. Ну как-то так, скачем вперед. Где мы уже находимся? О, понятно. Ой. Так, направо или налево? Я думаю, налево. Если, конечно, лошадка нас вывезет. Сейчас заодно на свету посмотрим. Лошадь. Лошадь за ногу. Ты, по-моему, самая тупая лошадь. Даже мой ослик Варфоломей в Red Dead Redemption был не настолько тупым. Хорошо. Лошадь, пожалуйста, не скачи в пропасть. Остановись, лошадь. Так, куда-то он туда. Ну, туда мы поскачем. По второй дороге, так понимаешь, что ли? Потому что отсюда пути нет. Лошадь, пожалуйста, повернись. Какая строптивая лошадка у нас, это обалдеть. Хотя, в принципе, тут, наверное, я смог бы спрыгнуть в воду и не убиться. Зачем рисковать? Давайте поищем нормальный путь, человечий. А тут вообще пропасть. Понятно? Понятно. Так. Вот, видимо, и есть наш спуск. Давай, прибавь газку. Да, это оно и есть, очевидно. И, скорее всего, вот эту пещеру прорыл именно наш колосс. Потому что он могёт. Давайте на полном скаку. Галопом. Тут, я думаю, нас никто не остановит. Что-то есть, да, вот в этом. Какая-то атмосфера, она чем-то... Ох, как ярко.
Она даже напоминает наполовину Джорни, наполовину Мист. Мист напоминает именно тем, что вот все такое заброшенное, руины давно уже исчезнувших цивилизаций. А, я, по-моему, не совсем туда скачу, куда мне нужно. Хотя, правильно, так далеко мы еще ни разу не забирались. А вон какой-то храм. Под ним, видимо, оно и ползает где-то там. Лошадь, скачи. Я даже не знаю, как его зовут. В этой игре вообще, то есть, скупятся на детали. Мы не знаем, как зовут нашего главного героя, но так легче, конечно, себя с ним отождествлять. Не знаю, как зовут лошадь. Временами он, когда лошадь далеко, он может ее позвать по имени, как-то ее Авра, что ли, зовут. Но неразборчиво именно, не поймешь, как именно. Это, конечно, можно узнать, я там, не знаю, в Гугле, там, в Википедии. Но это совершенно другое. Согласитесь, лучше историю познавать именно... Так, куда я прискакал? Прыгнешь, нет? Хорошо, стой тут. Мы спрыгнем и пойдем пешком. Я думаю, мне так спокойнее будет и тебе тоже, лошадка. Да, тут ты все равно не смогла бы пройти. Ух ты, интересно. Так, ну что, шестой колосс. Пустота. Так, подожди. Ух ты, ёлки-палки. Обалдеть. Вот это масштабы. Я думаю, это запоры, откуда как раз-таки, когда они откроются, полезет эта тварь. Офигеть. Обалдеть. Так, хорошо. Ладно, давайте как-то спускаться, что ли, я не знаю. Хотя тут что-то, честно говоря, я не знаю, как это вообще проделать. Как это вообще возможно, нет? Я могу, конечно, вот тут спуститься прям. Но нужно ли мне это? С той стороны, похоже, тоже тупичок, поэтому давайте так. Что ж поделать? А, хватайся. Так, окей. Прыгай. Так. Хорошо, посмотрим. Ну, выходи. Опыт у нас есть уже в борьбе с вами, поэтому ты меня уже не так сильно пугаешь, как первый. С первым, конечно, шок был. Каких он размеров? Твою мать! Это не крот. Отнюдь. Это пока что самая страшная хрень из тех, что были в этой игре. Он нас даже не заметил, такие мы незначительные. Посветить я не смогу, естественно. Света у нас пока нет. Заметил? Что-то мне не нравится он с этими ручищами. Мне нужно как-то попасть туда и оттуда уже светом его выкупить. Где именно его убить? Так, давай. Да лезь, ты уже он идет, ну. В этой игре не самая лучшая система карабкания, но она очень живо смотрится, но он постоянно цепляется не за то. Так, тихо. Нормально, так прошел.
Братиш, этого нам не нужно. В принципе, я так смотрю, у него по ногам вообще нереально подняться. Но, по крайней мере, давайте побежали к свету. Свет у нас есть, но пока что слишком опасно. Да. Отлично. Так, вот теперь мы можем отойти сюда. И подождать его. Если он, конечно, соблаговолит прийти. Уважаемый. Так, давайте поднимемся, что ли, пока он там тупит. Блин, он подходит, сейчас время потеряю. На спине у него что-то есть. И на голове похоже. Так, бежим. Бежим, 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 бежим. Отлично вообще. Так, тут у нас не достанет, я думаю. А здесь свет есть. Вот, по бороде можно забраться. Две точки вижу я. Две точки вижу я, юный подаван. Оп! Ай! Да, блин, хватит водить. Хорошо, забрались. Теперь постараемся не упасть. Ой, какая музыка. Ну, я думаю, на челку подняться, а там уже удержимся. Ну, это, кстати говоря, не самая простая задача. В этой игре вообще все очень сложно делать. Так, хорошо. Тихо. Отдышались. И погнали. Первый пошел. Хорошо. Второй. Отлично. Так, ты еще работаешь? Значит, еще успеем один удар нанести. Конечно, он нам даст это сделать. Третий пошел. Отлично. Все, теперь нужно на задницу куда-то туда прыгать. Тихо, вставай. А на спине у него, кстати, закрепиться даже не за что. То есть надо будет каждый раз, похоже, подниматься. Один раз ударил и по новой лезть. Блин, да он не дает нам ничего сделать. Давайте поднимемся обратно и с той стороны попрем. Да блин. Ну, это что ж ты делаешь? Ну, ты смотри, какой бешеный он. Все, я сейчас упаду. Бесцельно вообще. Да хватайся ты, мать твою за ногу. Да ну, ай. Все, я падаю. Ну ладно. Главное, понятно, что делать. Забираться все-таки нам придется, похоже, так же по броде. Да, просто ползи ты вперед уже, ну. Ну да. Идиота кусок. Уф. Больше у него нигде меток нет. Я так понял, что у него целых две там на спине. Больше нет. Да, больше нет. Так, хорошо. Некоторые спрашивают, на каком уровне сложности я играю, кстати говоря. Я играю на том уровне сложности, который стоял по умолчанию. Я даже не выбирал, по-моему. Да, блин, не застревает оно.
Ой, что ты делаешь? Прекрати. Подожди, а где у нас в прошлый раз здесь был? Где-то здесь у нас был как укрытие какое-то. Непонятно. Он его завалил уже, что ли? Сломал, похоже. Фу, понятно. Так. Но нам по-любому придется к нему лезть. На броду. С нее на спину. Если получится, конечно, потому что он сейчас прям сюда будет смотреть. Ну давай, дружок. Оп, хорошо, пошел процесс. Так, тихо. Наверх-то мы заберемся, я думаю. Если, конечно, он, в принципе, может сейчас начать беситься, ничего не сделаешь. Только и будешь шататься. Если главный герой будет вот так же вот тупить, он просто не может прицепиться с одной волосинки на другую. Что-то ему мешает, баг какой-то. Временами это по-настоящему вымораживает. И если я сейчас упаду из-за этого, это меня очень сильно выведет из себя, и я что-нибудь сломаю кому-нибудь. Ну, давай ты уже, ну, какой же ты... Давай, все, стой, отдыхай теперь. Это же надо. Временами эта система дает серьезный такой сбой. Просто кошмар какой-то. Так, на этой стороне. Держимся. Отдыхаем. Держимся, отдыхаем. И бежим вниз. Отлично. Ну, началось, колхозе утро. Спокойно. Я тебя не больно ударю. Смотри, какая большая. Она, наверное, много урона будет получать. Тихо, родной. Ну да, такой сложный, надо сказать. Есть. Сейчас по-новому придется забираться. Он по-любому мне не даст еще удар сделать. Ну, удар еще, может, и даст сделать. Но полностью убить не получится, похоже. А, не получилось. О, неприятный. Прощай. Ты был какой-то не особо злой. Так, бежим от этих. Вроде. Ай, давай, побежали. Фу, ну что ж, неприятный был такой противник, но тем не менее не самый сложный и довольно красивый, интересный бой был. Вот что мне понравилось, потому что интересная тактика была битвы с ним. Но в принципе на этом все. Увидимся на следующей неделе. Надеюсь, вам понравилось. Будем продолжать. Я, как говорится, этот распробовал. Чем дольше сидишь, тем больше нравится. То есть поначалу она была как-то так, но уже под конец просто вообще я начал наслаждаться игрой. Ну, сейчас, конечно, не конец, еще там этих колоссов хватает. Я думаю, на этой неделе мы, то есть на следующей, не пройдем ее. Но, тем не менее, очень круто, это меня даже радует. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.